Алло, наша вашим, господа товарищи комрады, мое почтение. Это Георгий, учебный канал Ретро Ява. Смотрите, что у меня лежит на столе. Очередной шедевр из моих стапелей. Галтованный двигатель 638. Сплошное зеркало. Вот. Сплошное зеркало. Галтованный 38 движок. Крышки были полированы вручную. А цилиндры, головки, картер — это галтовка. Механическая полировка на вибраторе. Жесткая механическая полировка. Не плавающая, а именно жесткая. Плавающая так красиво не сделает. Ну да. Ох, как мне наряжаются хорошие вещи. Ну, я тут удачно так пальцами все от радости заляпал. Ну, в принципе, тут все видно. Тут все видно. Цилиндры шлифованные. Третий ремонт. Вот. Это пользованные детали. В хорошем состоянии, в отличном. Полуавтомат на реставрацию пойдет. Кардина сцепления доработана. Внутренний столик, крышка удлинены шлицы. Карбюратор будет реставрироваться. Ну, полуавтомат тоже будет реставрироваться. Вот это вот все пользованное. Как бы его родное. А вот это все новое. Новенькое. Ну, тут видно все детали. Я уже перечислять не буду. Тут все видно. Это все новое, заводское. Так, кожух цепи будет дорабатываться тоже. Вот это все новенькое. И коленвал. На коленвале только ось зажигания осталась родная. Все заменено, все полностью. Ну вот такой вот нехилый коленвальчик. Шатуны отбалансированы путем подбора. Прямо 0 в 0 получилось. 0 в 0. Подшипники, сальники. Внутренние подшипники новые, цапфа новые. Это цапфа новые, шатуны новые. Лабиринт доработанный. Ну вот такая вот вкусняшка. Новая чешская кулиса. 38-я. Вот это все будет устанавливаться на этом двигателе. Четвертая скорость будет чешская тоже устанавливаться. Третья, четвертая. Я всегда их заменяю. Даже если родная целая. И вилочку тоже заменяю на третью, четвертую. И кулису. Оська. Ну, вот тут иголка с распылителем будет устанавливаться в карбюратор. И втулка с кантиком. Успокоитель цепи. На кик три сальника. На вторичный вал. Тут два комплекта. Два комплекта, но один из них будем устанавливать один. С двух один собирать. Вот 8 гаечек вуртовских на головке. Тут 303 и 205 двойной на вторичный вал и на коробку. Крытый заводской, открытый и отдельно покупался. Вот оба новые, не пользованные. Звезда, все прокладки, свечи. На полуавтомат детальки на реставрацию. Вот этот болтик с декоративной гайкой семеркой.
переключатель кулисы. Вот это все будет устанавливаться свеженькое. Я только могу догадываться, как этот движок сплошное зеркало будет работать. Сплошное зеркало. Красота. Просто красота. Так, понятно. Комплектацию показал. Рассказал. Надо начинать складывать. Надо начинать складывать. Нет покоя, нету. Как мне нравятся хорошие вещи. Тут внутри уже все вычищено. Абсолютно все. Осталось только собрать эту красавицу. Вот. Цилиндры тоже прошлифованы на 3 сотки. Не на 4, на 3. Но я их 2 раза прочищал просто после галтовки. Но, может быть, 1 сотку я еще добавил. После галтовки гильзы ржавеют. Это плохо. Шлифовать надо после галтовки. До галтовки шлифовать противопоказано. Ну, тут у меня все подогнано. Все красиво. Ну вот крышки вручную полированы. Ну, неплохо смотрится, неплохо. Так, понятно. Вот такой расклад по деталям. Ну, по коробке, в принципе, она более-менее живая. Но я вот четвертую заменяю, целенаправленно заменяю четвертую. А четвертую вилочку, кулису. Сразу заменяю оську. Втулочка под оську. Втулка под переключатель кулисы. Сейчас вот завтуливать буду. Завтуливать сразу начну. И будем работать дальше. Поработаем дальше. Продолжение следует. Работаем. Готово. Частично уже готово. Вот коробка стоит, коленвал стоит, коробка от шайбу на все скорости. Не, четвертую не надо было шайбовать. Даже странно. Четвертую не надо было. Первую, вторую, третью надо было. Каретка четвертой скорости, вилочка, кулиса. Это все заводское, новое. Коленвал. Вот только цапа зажигания родная. Все остальное под ноль, все полностью. Литая опора. Как бы тут все уже готово. Ну вот. Сейчас только осталось герметиком намазать. Приготовил уже вторую сторону. Буду нагревать. Не скручивать все вместе. Быстрая коробка. Вторичная волна 52 по зубам. Промежуточный 13 зубов. Первые 3 скорости быстрые. Вот. Все приготовлено. Будем собирать. Работаем дальше. Поехали. Алло. Готово. Все произошло. Двигатель полностью укомплектован. Просто надо вставить стенд и ударить по курбулю.
Вот, что здесь у меня получилось. Сплошное зеркало, ну просто сплошное зеркало. Обалдеть. Да. Головки, цилиндры. Полностью все собрано, все подогнано. Комплектацию вы все видели. Вот. На цилиндре шпильки законсервированы и уплотнены колечками, ну как обычно. Головки на 0,5 мм посажены. Новые гаечки, свечи. И доработано сцепление. Здесь доработано сцепление, именно крышка и столик. Вот, так что это двигатель, это будет реально ходовой двигатель. Так что владелец уже сам конкретно отпишется по сцеплению. Я два двигателя отдал по сцеплению, одним вариантом и вторым вариантом. Но эти два двигателя зависнут надолго. Поэтому ничего не знаю. А по этому двигателю все будет понятно. Вот кожух цепи тоже доработал, вставил рамки. Все есть. Вейп зажигания, доработанный карбюратор, распылитель заменен на карбюраторе, конусная втулка резиновая тоже заменена, распылитель установил свеженький, иголку, ну и вот такая втулка с кантиком. Так что карбюратор, в принципе, можно сказать, что он сейчас новый. Ой-ой-ой, что есть такое? Так, надо двигатель перевернуть на вторую сторону и со второй стороны глянуть. Ну вот, с левой стороны вот так вот. Ух! Ух! Работаем дальше, переверну движок. Перевернул. Вот такой вот сейчас вот расклад. Сплошное зеркало. Что мы имеем? Значит, крышки зажигания. Зажигания и сцепления полированы вручную. Это все вручную, да. Картера, цилиндры и головки шлифовались. Цилиндр с головками очень шлифовалась. Все, трубашка. Картера шлифовались. Потом затыкались все отверстия. Абсолютно все рабочие и нерабочие отверстия все затыкались. Гнезда, подшипника, болты, все затыкалось. Блокировалось и только потом отдавалось на галтовку. Двигатель галтовали два раза. Первая галтовка была плавающая. В данном моменте, скажем, данной конструкции плавающая галтовка не годится, только жесткая. Значит, тело прикручивается на дне ванны и засыпается абразив. Три разных абразива. Вот. Ой. Коленвал здесь крутой на 95%, только цапфа зажигания осталась родная, все остальное под корень. Развал шатунов 2 или 1 сотка было, ну и все остальные колебания там 0 или 1 сотка. Я видео снимал, поэтому коленвал тоже. Коленвал очень крутой. Ну, в принципе, рутина, белая рутина. Коробка отшайбована тоже, все отшлифовано, отшайбована. Коленвал отшайбован. В принципе, все одно и то же. Но это галтованный двигатель. Это бомба. Сплошное зеркало. Это сильно.
Вот. Такая цаца из моих стапелей выходит. Такая лялечка зеркальная. Ну вот. Что мы имеем? Мы имеем 38-й двигатель после капиталки со всеми возможными уникальными и авторскими доработками. Галтованный, полированный. Ну и остается всунуть его в стенд и ударить по курбулю. Покоя нету. Ударить по курбулю. Но это будет уже в следующей серии. На этом я закругляюсь. Вместе с вами учебный канал Ретро-Ям Георгий Трифонов. Не ищите причину, ищите возможность. Возможность может перенести только серьезные обстоятельства, а не диванная причина. Пишите, звоните, я доступен. Я доступен абсолютно для всех, кроме тех, кто не оценил моего доверия или попытался мне нахамить или нагадить. Я от таких особо одаренных людей целенаправленно самоудаляюсь. Это без меня и без моего присутствия. Не задавайте вопросы в комментариях. Все вопросы пишите на другие соцсети, где я мог бы ответить голосовым сообщением. Не надо мне отправлять голосовое сообщение. Пишите текстом, я буду отвечать голосовым сообщением. Вот. Контакты, WhatsApp, Viber, Skype. Так что комментарии в теме не задавайте. Только в соцсетях, где есть голосовое, функция голосового сообщения. Ну, как бы и все. Продолжение следует. Ждем. Ждем вторую часть. Ждем вторую часть. Сплошное зеркало. Запуск. История и запуск. Всем пока. Ретро-Ява. Георгий Трифонов.